Нет-нет, Зин, учись у меня. Надо быть оптимисткой. Ну и что, что бальзаковский возраст? А я вот гляну на себя в зеркало. А что? Я еще ничего. Что? Ближе к зеркалу подойти? Что значит, если смогу дойти? Я еле ковыляю. Зин, что за привычка прийти в гости и хамить? Я ковыляю. Да я летаю прямо. Легкая, как перышко. Нет, Зиночка, не потому легкая, что мне жир откачали. А потому что я еще молодая. Нет, не только душой. И я до сих пор, как девочка, на каждый звонок в дверь, сердце прыг и думаю, это он, мой принц, весь в белом, стоит на пороге, в руках туфелька, протягивает мне и говорит, не вы? Ага, ну конечно, Зин. Протягивает и говорит, не вы ортопедическую обувь заказывали. Очень смешно. Я же говорю, весь в белом. Говорит, собирайтесь, внизу ждет карета. Нет, не карета скорой помощи. Нет, не собирайтесь в психушку. Ой, правда, звонок. Сейчас, сейчас. Видишь, вот оно, предчувствие. Что ж надеть? Может, белое? Чуть белое жалко. Да, это ты себе для гроба держи. Может, черное? Оно меня странит. Почему нет? Что, что он спросит? Вы что, на похороны собрались? Ой, а я скажу да. У нас трагедия. Подружка Зина, как вас увидела, сдохла от зависти. Ой, звонит и звонит. Иду, надену зеленое. Что? Это тебе зеленое не надо. Ты вон уже и без нее позеленела вся. Встань закаткой с пальмой, слезь с растительностью, чтобы людей не пугать. Иду. Ой, надо же очки снять. Кто? Кто это без них дверь не найдет? У кого минус 8? Открываю. Никого. Ну вот, не успела. Ой, это ж дверь в туалет. Вон же входная. Открываю. Ой, правда, принц, весь в белом. Знаешь, принц, я ждала тебя всю жизнь. Почему так долго? Я? 36-я в списке? Какой цинизм. Понимаю, ты прикрываешь им свое смущение. Дайте сказать. Да что тут говорить? Нам не нужны слова. Ну хорошо, говори. Я к вам. Вижу, что ко мне. Я смотрю, принц, ты прямо с вещами. Уже переезжать собрался. Какой-то чемоданчик, насос, опрыскиватель. Взял с собой самое необходимое, да? Собрался по-военному. Молчи. Я знаю, что ты военный. Вон у тебя на чемоданчике написано «Комбат». А что, командир батальона не должен девушке сначала сделать предложение? Что надо сначала? Квартиру посмотреть? Ну, заходи. И что тебя интересует в первую очередь? Мусоропровод? Господи, какой мужчина! Как я всегда мечтала о таком, кто сам будет мусор выносить. Ну, все посмотрел. Готов сделать предложение. Ну, говори. Что? Я, Тараканов, предлагаю вам... Стоп. Звание забыл назвать. И торжественней. Я комбат Тараканов. И чуть побыстрее. Стой. Опять я, Тараканов. Волнуешься, что ли? Ну, хорошо, считай, приняла я твое предложение. Но, по-моему, теперь надо расписаться. Да? Как, прямо здесь, на этом листочке? Не, я удивляюсь, потому что раньше, сколько я помню, надо было идти. Теперь на месте. А свидетели не нужны? Ну, хорошо, я расписалась. Теперь ты. Ты будешь расписываться, комбат? Эй, на что ты там уставился? Где-то у меня под пальмой обезьянка живет. Да, макака Зина. Ну, конечно, она похожа на человека, она же человекообразная. Давай, расписывайся. Да что тебе странно? Я девушка одинокая, вот завела, разговариваю так с ней, одеваю в разные платья. Видишь, на секунду ее оставить нельзя. Взяла мою помаду, накрасилась. Она девочка, ну как девочка, ей 92. А, в этом смысле, ну да, женского пола. У них, знаешь, как у собак. Есть кобели, а есть вот как Зина, такая с сложный, в общем, характер у нее. А слышишь, как она кричит, сама макака? Да, она у меня говорящая, к сожалению. Она у прежнего хозяина долго жила рядом с волнистым попугайчиком, научилась. Не, его уже в живых нет. Ни хозяина, ни попугайчика, ни черепахи, всех пережила. Зин, ты будешь смеяться, но я расписываюсь. Видишь, она от злости пальму грызет.
Эти гиббоны такие ревнивые. Комбат, авторучку береги. Зин, не смей ее глотать, чертяка такая. Сейчас другую принесу. Что заодно, паспорт? Ну, конечно, есть. Комбат, неужели я так молодо выгляжу, что можно подумать, будто у меня нет паспорта еще? Хотя, знаешь, тут недавно в кино пошла, хотела эротический фильм посмотреть, ну, детям до 16. А я в такой, знаешь, короткой юбке, джинсовая курточка, не пустили. Да. Вам говорят, не стоит, вы ничего не поймете. Нет, Зин, не потому, что я уже все забыла. Вот ручка, вот паспорт, вот как раз недавно его получила. Нет, Зина, не бессрочный. Эти гамадрилы, такие шутники. Ну, на фотографии не смотри, комбат, меня тут не узнать. Причем тут другой парик, Зина? Я вообще не ношу парики. Комбат, нет, я тебя прошу, просто для интереса. Дерни за косички, дерни, дерни. Ну, если бы парик, он бы давно слетел. Какой клей-момент, Зина? Ты думаешь, у него нет глаз? Думаешь, он не видит, что я школу только кончила? Зин, ну почему человек должен думать, что я по 10 лет в каждом классе сидела? Кончила школу, поступаю в институт. Нет, не в институт геронтологии, Зина. Все-таки говорящие гиббоны – это беда. Что ты там вякаешь, обезьянка моя любимая? Что я там в паспорте пальцем закрываю? Место, где возраст? А что мне его? Ой, она в бальзаковском возрасте. Что я сама тебе сказала? Ну, в бальзаковском. А что, по-твоему, Бальзак в школу не ходил? Нет, шимпанзе, моя дорогая. Бальзаковский возраст не в том смысле, что я как Бальзак родилась в 1799-м. Комбат, ты расписываться собираешься? Сначала деньги? То есть ты не по любви, а за деньги? Просто интересно, и сколько? 82 рубля? Зин, что ты там в кошельке роешься? И просто интересно, комбат, и что ты делаешь за такие деньги? Тараканов морешь? Что ты там закатываешься, Зинуля? Нет, спасибо, комбат, тараканов у нас нет. Но если у вас появится какой-нибудь комбат 3 против обезьян, заходите. Что? Что можно? Просто так зайти? Зачем? Встретиться хотите? Со мной? Правда? Повтори. Нет, я не глухая, Зин, просто хочу еще раз услышать. Ну, я даже не знаю, заходите, можно без комбата от обезьян. Она и так сейчас лопнет от зависти. Спасибо.